На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Бронзовый дубль в дебютном сезоне. Гомельская «Энергия» заняла третье место в чемпионате Беларуси по волейболу. Команда Дмитрия Лихорада и в третьем матче серии за бронзу была сильнее витебского «Марка» ВГТУ. В гостях победа энергетикам далась куда легче, чем на домашнем паркете недели ранее, когда все решалось на тайбреке. На этот раз ограничились тремя партиями. По итогам регулярной части чемпионата «Энергия» также стала третьей. Стоит отметить, что дебютный сезон для гомельской дружины получился очень удачным. Напомню, что команда заняла третье место и в розыгрыше Кубка Беларуси. Чемпионом страны в нынешнем сезоне стал солигорский «Шахтер», обыгравший в финальной серии столичный «Строитель» 3-1. Сыграны поединки третьего тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. «Славия» встречалась с могилевской командой «Днепро». Мазыряне одолели гостей со счетом 2-1. Гомель на домашней арене в сухую обыграл «Энергетик» БГУ 3-0. Первым в протокол свое имя вписал Терентий Луцевич. На 9-й минуте он забил гол после навеса с углового. Затем полузащитник Антон Шрамченко поразил ворота гостей на 36-й минуте. На перерыв команды ушли со счетом 2-0 в пользу гомельчан. На 70-й минуте отличился украинский полузащитник зелено-белых Виталий Квашук. Он забил третий мяч в этой встрече. Напомню, что на старте сезона Гомель забил уже 11 мячей и лидирует высшей лиги по данному показателю. Ребята горели желанием порадовать своих болельщиков, продемонстрировать хорошую результативную игру. Рады, что получилось. Нам достался такой, ну, достаточно неуступчивый соперник, который всю игру, в принципе, старался нас кусать. Заслуженно победили. После 6-0 нам нужно было тоже не ударить в грязь, скажем так, перед своими болельщиками, загородно, скажем, отплатить им той монеты, которую они нам отплачивают по своим посещениям, своей поддержкой. Эмоционально и физически выложились, наверное, со Слуцком. Знаете, обилие голов, эмоции, все это растратили, скажем, немного. И на матч, наверное, вышли очень сконцентрированные. В начале матча, скажем, отдали все силы, чтобы, ну, чувствовать себя комфортно. Поэтому, я думаю, мы и в концовке немножко подсели. В четвертом туре мозырская «Славия» примет «Батэ», а в гости к Гомелю приедет солигорский «Шахтер». Матчи пройдут 20 и 21 апреля соответственно. В эти выходные стартовала первая лига чемпионата Беларуси по футболу. Речицкий «Спутник» в гостях обыграл «Сморгонь» 1-0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Владимир Потороча. На 72-й минуте он реализовал пенальти. Светлогорский «Химик» и «Слоним 2017» разошлись миром 0-0. «Локомотив» на домашней арене принимал микошевический «Гранит». Гомельчане минимально обыграли гостей. На перерыв команды ушли с нулями на табло, но в начале второго тайма железнодорожники забили победный мяч. На 49-й минуте свое имя в протокол внес полузащитник Андрей Соловей. Отмечу, что матчи второго тура первой лиги чемпионата Беларуси пройдут 20 апреля. «Химик» отправится в гости к команде «Смолевичи», а «Локомотив» поедет к «Пинской волне». Речицкий «Спутник» пропускает этот тур. И вновь жара над Сожем. Центральный поединок 26-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу состоялся в Гомеле. БЧ принимала «Литсельмаш». Представители первой пятерки не разочаровали зрителей на трибунах спорткомплекса «Локомотив». Ничья 4-4. ВРЗ на домашнем паркете праздновал дежурную победу над Брестом 6-1, а светлогорский ЦКК уступил Борисову 900 на его поле 1-8. Вагоностроители продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата. БЧ на 5-м месте. ЦКК на 10-й позиции. От зоны плей-офф светлогорскую дружину отделяет 4 балла. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».